Очень часто приходится сталкиваться с тем, что люди, пытающиеся сбросить вес, предпринимают какие-то усилия, и их усилия не увенчаются успехом. Давайте в этом разберемся. Итак, если вы сидите на диете, а вес так и не уходит, попробуйте сделать следующее. То есть возьмите листок бумаги, карандаш и запишите свой рацион за вчерашний день очень подробно. И если в этом рационе вы обнаружите 4 продукта, такие как сахар, соль, мучное или молочное, это и будет являться основной и самой простой причиной, почему не уходит вес. То есть вы должны для того, чтобы похудеть, исключить эти 4 продукта из своего рациона, и тогда вес у вас пойдет вниз.